И всем привет, ребята! И вы на канале Лиса Квин. И перед началом этого видео я хочу вам сказать... Простите меня, пожалуйста, то, что я так долго не выпускала своих видео. Просто были разные дела, и поэтому не выпускала только одно видео. Про то могу сделать вторую часть. Ну, а теперь большое биг сори. Ну, ладно, будем начинать. Сегодня я буду делать видеообзор на вот этот, вот эту картину. Ну, то есть, ну, вы поняли. То, что на картину там, где надо рисовать леопарда. И будем вместе рассматривать, потому что это я впервые делаю видеообзор, поэтому давайте вместе смотреть. Юху! Ну и так, будем сейчас... Прямо сейчас начинать. Итак, мы видим на коробке тут нарисованы леопардики. Тут нарисовано, ну, написано, что тут 12 цветов. На обратной стороне тут написаны правила и все такое. Тут тоже написано 12 цветов. А вот тут написана рамка в подарок. Ну, будем начинать. Итак, я буду распаковывать эту хорошую вещицу для рисования ножницами. Сейчас начнем. Вот, теперь я уже распаковала. Теперь он почти свободен. И осталось освободить еще одну часть. Итак, смотрим. Вот тут у нас есть краски с номерами. Есть... Два рисунка, это тренировочный подарок, вот такой леопардовый, а это не, это на котором можно рисовать, ну вы поняли. А еще тут есть кисточка. Да. Тогда еще вспомнила про рамочку. Рамочка такая желтая. Я вот на коробке подумала, что она золотая, но она на самом деле желтая. И она может ломаться случайно. Это потому что я проверила, тут видите, она вот может сломаться по такой конструкции. Поэтому советую вам не ломать эту рамку, даже если вы купите такой набор. Ну, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте хорошие пальчики вверх. Да-да. Короче, всем пока.